говоришь? Ну, Антон, вот там будешь известен. Правильно, ты находишь правильным путем там проводишь. Ты фоткаешь это и говоришь там, блин, ну, кто-то тут нехорошо. Отсылаешь. Они рассматривают это безобразие. Если это соответствует действительности, то они забирают. Антон, твои слова идут в вечность. Все логично. Одно но. Откуда берутся неприятности? Вот, почему там, где не должно быть бордюра, он есть. Там, где должен быть бордюр, его нет. Это человеческий факт. Нет, это не человеческий. Почему человеческий факт? А что? Это оптимизация расходов. Оптимизация? Оптимизация. Когда тебе, чтобы сделать сход с пешеходной зоны, нужно там углубление, это дополнительные работы. Они там порядка 15% от стоимости. Тут 15% взял и сэкономил. Ты молодец. Охереть, а что потом как будет на кассе? Подожди, стой. Вот, Америка виновата, да? Вся же тема вот этих всех бордюров в том, что всегда мамаши этим пользуются. Там с колясочниками, я туда, ну до хрена. Не, ну мамаши с самокатьями, с самокатьями, с оградами, совсем. То есть ты, короче, хочешь сказать, что эти 15% вместо того, чтобы вложить в проект, их лучше откатить кому-то в карман. Откатить. Ну их все равно же откатывают. Нет, не лучше. Нет, потом отдельно закажут отдельную работу на доработку. Да. И это будет еще больше. Да. Сначала сделают, потом переработают. Потом нет, но только непонятно, почему не сажают тех, кто принял ту работу. Ну совсем так, даже как сажают? Не так сажают. Сажают? Сажают не туда? Не совсем это так. Главное, много ну, сажают. Я как-то работал одно время с ГДЗАУ. Так что плохого в этом-то в портале? Я ничего не говорю плохого. Я говорю про... Там, в общем, они предъявляют претензии к компании подрядчику. Мне эта штука понравилась. Я как-то, когда в печатник еще был, я смотрю, там стояло два гаража между шкетой и садом. Такими на проходной. Один, когда начал Если выиграли свои, то им прям вот на фотке инвалид, инвалид, прям тачка. Нет, конечно, конечно, там по документам было выделено, что инвалид для машины не было.